3-5 июня этого года пройдет первая в Республике Беларусь экологическая специализированная выставка Ecology Expo 2021. Для нас это очень значимое событие, потому что в Беларуси до сих пор не было такой площадки, на которой могут встретиться отечественные и зарубежные производители, поделиться современными технологиями экологичными, представить продукцию. И кроме того, что это может способствовать приобретению новых деловых контактов, это также демонстрация экологичного дружественного образа жизни. На одной площадке с выставкой пройдет 16-й республиканский экологический форум, который включает в себя очень обширную деловую программу. Основная цель форума – объединить на одной площадке все слои населения, все слои гражданского общества для решения экологически значимых проблем. Это проблемы обращения с отходами, раздельный сбор мусора, экоупаковка, энергосбережение. Это проблемы сохранения наших экосистем, водных ресурсов, состояния атмосферного воздуха.